Привет, ребята! Я продолжаю рисовать машинки-петрушки. Они у меня рисуются карандашом, кисточкой и красками, и все очень яркое. Сегодня я нарисую мотороллер. Он очень простой, как все мои машинки. Колесо, колесо. Где держится колесо? Второе. Теперь я нарисую переднюю вилку моего мотороллера и лобовое стекло. Я думаю, что это так называется, лобовое стекло. Переднюю такую штуку, я не знаю, как это называется. Глазки или фары. Задние стекла заднего вида, зеркала. Теперь я нарисую моему мотороллеру такую... Наверное, это называется тело мотороллера. Вот такое он будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И сиденье. Похож он такой на какую-то гусеницу, что ли. Переднюю вилку. Такой веселенький. Я надеюсь, что он получится веселенький. Он такой будет носатый, седатый, колесатый и пупатый. Нарисую вот здесь улыбочку. Начнем раскрашивать. Как всегда, у меня только одна кисточка и много красок. Сегодня я тоже хочу поярче сделать. Я выберу для него красный цвет, но добавлю еще немножко синего или розового. Я еще думаю. Думаю, что розовый будет в самый раз для мотороллера. Вот такой розовый мотороллер. Покрашу мотороллер розовым. Так. Берем розовую. Ну, не розовая краска. Наверное, она больше к малиновой краске называться может. Малиновая краска, да. Малиновая краска. Отлично. А теперь я возьму. Теперь я возьму желтую краску и покрашу ему нос или переднее крыло. Такой носатый мотороллер получился. Его зеркала и вот эту вот штуку, я не знаю, как она называется. Наверное, цепь. Цепь. Пусть будет цепь. Еще чего-то я забыл. Мне кажется, я забыл вот эту переднюю вилку. О, теперь точно. Все. С раскраской закончено. Мне хочется как можно быстрее все раскрасить. Теперь я его обведу. Глазки. Глазки. Ну или фары, можно сказать. Теперь я лобовое стекло нарисую. Теперь его нос или переднее крыло. Так. Улыбочку. Так. Кружочек. Колеса. 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 Такие кривоватые у моего мотороллера колеса. Знаете, чем отличается мотороллер от мотоцикла? Я не знаю, но мне кажется, мотороллер очень громко тарахтит, потому что название мотороллер, что он такой роллер-мотороллер. И если вы видите мотоцикл, который сильно тарахтит, то вы можете назвать его мотороллером. Так, я почти закончил, смотрите, сиденье раскрасил тоже черным. Зеркала. И здесь еще нарисую так скорость. Дорогу. Немножко. Все. Ура! Я рад, что мой мотороллер получился веселый и яркий. До новых встреч, ребята. Пока!